Ветераны спорта, молодые спортсмены, тренеры, директора спортивных школ. Почетные гости в администрации города-курорта – спортивная элита. Этот праздник считает свои миллионы граждан нашей страны. Праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Широкое распространение получил Всесоюзный день физкультурника в первые десятилетки советской власти. Для развития массовой физической культуры на территории города-курорта и сельских округов уже построено 22, и на следующий год запланировано построить еще 2 национальные спортивные площадки. Торжественную часть поздравлений сменило не менее торжественное – награждение. За выдающиеся результаты красивой победы, за личный вклад в развитие спорта на курорте, благодарности и почетные грамоты мэра Анапы Сергея Сергеева получили звезды анапского спорта. Юрий Далакян – спортсмен-инструктор спортивной школы номер 1, чемпион России по дзюдо среди слабовидящих, мастер спорта России. Отметили Елену Белову – спортсмена-инструктора спортивной школы номер 4, серебряного призера 27-й Всемирной летней универсиады в Казани, мастера спорта России. Высокий результат Елизаветы Гончаревской, серебряного призера 27-й Всемирной летней универсиады в Казани по хоккею на траве, победа не только личная, победа всего города и всей Кубани. Благодарностью мэра Анапы Сергея Сергеева отметили Сергея Ншкова, спортсмена-инструктора спортивной школы «Виктория», призера чемпионата Южного федерального округа по плаванию, мастера спорта России. Ксению Павленко, учащуюся спортивной школы номер 2, призера первенства ЮФО по шахматам, кандидата в мастера спорта России. За большой личный вклад в подготовку спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, почетной грамотой мэра Анапы наградили Александра Одинцова, Петра Курбацкого, заслуженного тренера России, подготовившего чемпиона Европы по тяжелой атлетике Олега Чена. Начальник управления по физкультуре и спорту администрации Андрей Скилков порадовал спортсменов. По решению мэра Анапы Сергея Сергеева денежной премией наградили призеров 27-й Всемирной летней универсиады Елену Белову и Елизавету Гончаревскую. Денежную премию вручили Саве Каракизиди. Трое анапских спортсменов получили удостоверение мастеров спорта России: Сава Каракизиди, Альберт Лазгиев и Маис Агамирян. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.